Они знают слово коррупция. Тысяч 5 рублей, я их покупал лет 5 назад. Ой, бля, чел. Это пиздец. А это что, блядь? Может, она заикается, просто да какая разница? Большинство людей просто не понимают, почему все хейтят Путина и тоже за компанию. Здравствуйте. Юль машина. Юля машина. Что? Это серьезно. Что, я буду, давайте я буду снимать. 40 минут. What the fuck? Я не залетела. Нормально я не залетела. Здрасте. Ебой. У нее же онлайн теперь дикая упадет. Так всегда, как только ты начинаешь афишировать, у тебя падает онлайн. Блять, ёб твою мать! Да, она женилась. Руки мыла, штаны попала. Если что. Это у нас такие красивые помидорки здесь. Мы еще и стишки умеем читать. А давай, а можно послушать, пожалуйста? Нет. Без меня вы пропадете, субтоматы не попьете. Вас приветствует сеньор, наш сразский помидор. Он бы еще в рот и камеру засунул. Знаешь, это понимают уже Что, ты хочешь камеру? Профишировали. Да. Ну что, вот сюда поговори. Говорю. Ну что ж, у меня сегодня день рождения. И поздравляю вас. Хочу вас тоже с моим праздником поздравить. Всех вас, работяг. Всего. Если муж не показывает, то норм. А чё, он стрёмный? Я вас всех люблю. Спасибо. А ты что, услышал, что ли, или что? Тоже меня убил. Все так вот, вот так вот все и было. Если бы нас с ним бухал стрим, устроил персональный. Ну так-то да. Скажи, что это? Это был инспектор Гаджет. 5 градусов поверните. Да-да, записываем. Вот я его нацедил. А как его повернуть-то? А хуй его знает. Что происходит? Они стараются, стараются. Что-то они слабо сосут. Все, спрайс, текила! Кому он дает? А ты за ту салон какой-то, что ли? Че идет? Тигрокач. Жирная жопа, вот это жизнь. Я прикинь. Аля ноги какие. Ёлы-палы, капец. Мэрилли. А титьки тоже такие будут? А ну. Что-то титьки не добавляются. Грустно. Фартни типа, ай да, я говорю, жиба. Лучший происходит выбор девушки на ночь. Я еще до этого предлагал, но ты за нос, наверное, пропустил, но я не обиделся, если что, за нас ссоре. Что смешного? Ты крутой. Знаешь, ты крутой. Спасибо, что переводишь меня с детского женского. Конечно, крутой. Где ваш розмарин-то? В боулинг-бар пойдем? Женщина насрала в магните, что? Что вы сигарету прячете? Курите? Где вы курите? Где вы курите? Видите, я что курю? Вон у вас руки. Я в туалет хожу, вы меня не можете свои. Курите, мне пожалуйста. Мне здесь покакать сходить.
Курите. Я так и сделаю сейчас, подожди курите. Минуточку. Курите, что, вы думаешь, курите, как... вы сидите, курите. Да, ты думаешь, я курю? Вы сидите, курите. А вот меня снимает сотрудник, то, что я хожу вот в туалет покакать. Курите, в магните. Давай. Меня в туалет не будет. Я здесь посру сейчас. Чего? А мне живот крутит. Вот сейчас у меня крутит живот. Мы вам предлагали пойти в туалет, но вы сигареты оставите здесь. Хорошо, я сигарету оставила. Обратите внимание на мои сиськи. Кто же сегодня такой привлекательный? Кто засунул носочки в лифчик? Тогда даже в школе такого даже не делал. А сегодня на стрим кто-то засунул носочки в лифчик. И не просто носочки, а зимние. А, что так можно было? Дэнди, здравствуй. Я понял. Капец, а я, значит, по-честному. Так, я понял, как плоская игра для даунов. Все, next выиграем. Все, давайте, пацаны, ясно. Я понял. Все, завтра, ребят, зимние, победа за мной. Реально шкурятся. Все, я понял. Игра, Твич уже 100 лет не игровая платформа, ну алло. Ну, в общих чертах вообще, вот если сказать, то в принципе, игра хорошая. Это без ульта был, я в него сейчас. Это какая-то супер легкая вообще котелла. Да. Подожди, поживи чуть-чуть. Блять, а ты быстрее туда иди. Смотрите, ребята, какая классная природа. Здесь по-любому есть рыба. Почему она не дрыгается? Плыви. Рыба же обычно двигается, молоко когда ее вытаскиваешь. Расуль, здравствуй. У меня, короче, у бати, я не знаю, что это, не аллергия, а просто, короче, у бати просто непереносимость с организмом помидорами. Как только он помидоры ест, его сразу они, типа, назад идут. И я в детстве, когда он уснул, типа, он спал вот так вот, храпел, типа, с открытым ртом. А я у бабушки набрал, короче, помидоры, закинул его в рот, и он, блядь, ему плохо было. Интересно, а он знает? Закидал, типа, туда, знаете, как в корзину 5 штук, он, бля, просыпается, ему пиздец, как плохо. Расуль, блин, пирожочек сладенький, кто пропал. Что-то ходит. Она кусает, да? Ой. Юль, посмотреть, пока ты не села. Стой, на, Миш, держи. Я понял. Смотри. Ой. Все, пацаны, я побежал. Так интересно смотрится. Нормально. Пишут, что я молода, выгляжу, что я молодец и хотят со мной познакомиться. Да? Ну, мама занята, если что. Моя мама. Мама занята. Да. Пишут, что я даже красивая. На каждом стриме бывает. С Дискорда куда пропала? Была красивой. А сейчас что, не красивая? Минус сын. Я этого не говорил. Выкрутился, ладно. Помидорный, да, типа, день, работу нашла? Помидорный день. Ладно, это было самое кринжовое, что я готов выдать сегодня. 3.40 по белому. Я вам дал вонючку, вонючку кину. 3.40 по белому. Белый дал по белому. Забирайте. Все, я убил, убил. Сай, бля, желудь ебаный. Сай! Это бля, было сильно. А чё, а это, блядь, пизда. Дель Барска. Фу! Фу! Где говно? Я хотел на говно посмотреть. Где она там говно оставит? Фу! Она жидко сходила! Фу! Фу! Жесть! Проститься! Нету сил, закрываю. Я глаза закрываю.
сквозь туман уплывая, полям столицы проститься за потери, потеря, и года полетели птицы. Оцеплей говном. Ты стримишь уже 2 года, ты почему в подборках тебя не видела ни разу? Не знаю. Не отправляют. Блядь, ну нахуй. Давай пропиши. Да иди нахуй, блядь! Опа! Говно! ГГ не будет. Я думаю, что им нужно. ГГ не будет.